Как показывает практика, ДТП с пешеходами почти никогда не бывают без пострадавших, потому что даже самый легкий автомобиль или мотоцикл весит в разы больше человека, двигается быстрее, и сила удара при столкновении оказывается достаточно для нанесения серьезных повреждений даже взрослому, крепкому человеку. Напомнить водителям о том, что автомобиль является средством повышенной опасности, решили инспекторы сочинской ГИБДД совместно со специалистами управления по образованию и учениками 8-й гимназии. Вместе возле пешеходного перехода они говорили с водителями о соблюдении скоростного режима, необходимости пропускать пешеходов, а также о повышенной внимательности вблизи школы, детских садов. Всем водителям вручили памятки, а тем, кто перевозит детей, выдали наклейки «Ребенок в машине».